Всем доброго времени суток. Сегодня у нас тренировка с кастингом. Ужас. Сейчас здесь покидаю, попробую еще потом на одну речушку съездить, посмотреть, что у нас там. Ну и побросать маленько. Как она будет получаться. Кастинг у меня простой, китайский, катушка Cast King, леска намотана 0,3. Поставил офсетник 7,0. Вот такой виброхвост от Константина, реплика Easy Shider. И сейчас буду пробовать рыбу ловить. А вдруг что-нибудь получится. Еще не ловил, поэтому сказать ничего не скажу. Все забросы отрабатывал у себя в кабинете на работе. Зимнее время. Ну, в спортзале маленько покидал. В огороде тоже иногда. В этой луже у нас только шнурки обитают, поэтому здесь чисто полигон, и посмотреть, как приманка себя в воде ведет. Сейчас на ту речку пойду, посмотрю, может, там чего получится. Про спиннинг ничего говорить не буду, так как он неизвестного производителя. Я такие слова выговаривать не умею. Стоят бешеные бабки. Вот такой вот. 600 рублей. Ну и катушка 2 рубля. Ну, считайте, что у нас получается. Ну, 2600. Чисто так, для тренировки и для того, чтобы посмотреть, надо оно вам, не надо. Наматывал флюрик сначала, сейчас вот леску. Потом попробую уже плетенку намотать. У нас дождички прошли, вода мутнющая, уровень поднялся. Ну, попробуем. Вдруг какой щукан клеванет. Может, хоть стук какой будет. Неогруженный крючок, как я уже сказал, 7,0. И силикончик. Сильно не зверствую. За горизонт запулить не пытаюсь. Только начинаю кастингом ловить. Поэтому сегодня чисто тренировка. А если вдруг еще что-нибудь клюнет, это будет вообще хорошо. Если ничего не получится, на крайний случай можно взять Кащея, закинуть раз несколько, уйти от ноля, можно удастся. Ну, по первым ощущениям, кастинг мне нравится. Не знаю, как будет дальше. Ну, еще могу сказать, что я, в принципе, так думаю, не безнадежен в этом плане. Кое-как кидать получается, вроде пока без бород. Ну, на воде еще не ловил. Был некоторый опыт с джерком. Ну, там джерк, извините меня, грамм 70 весит, там можно поизвращаться.
При забросе главное не усердствовать, не пытаться забросить резко. Все у вас будет хорошо. Не надо его пугаться, этого кастинга. В руке лежит удобно. Не знаю, кому как, но мне прям нравится. Еще бы рыба клевала. Чтобы посмотреть, какие у меня ощущения будут от работы фрикциона. Потому что с фрикционом здесь, говорят, на мультипликаторах не все так гладко. Не хочет щук, хотя он тут есть, особенно мелкий. В прошлом году на такую резину шнурки по 200-300 грамм кидались. Ага, кто-то где-то у нас тут булькнул в округе. Это туда попробуем. Может, там кто-нибудь сидит. Сейчас поди нацепляю. Нет, вроде не нацеплял. Игра такая у силикона вальяжная, размашистая. Как щук любит. Ну что-то не хочет клевать. Наверное, по осени будет так хорошо ловить. Сейчас, в принципе, кувшинка вылезла уже. Но что-то не хочет щук гадкий клевать. Ну, хоть заброс поотрабатываю. Лежит там еще Коситос, эксклюзивная палочка, собранная на экспериментальном бланке от Серебряного ручья. Но я сейчас этой пристреляюсь, а потом буду уже тем ловить. Посмотрим, как оно. Силикончик может поменьше поставить. Да боюсь, будет он у меня кидать-то нет. Пока что-то очень далеко кидать опасаюсь. Сейчас маленько руку набью, потом уже будем на дальность пулять. Вообще-то по моим речкам 20 метров заброс. Этого уже хватает. Ух ты. Силикончик что-то скособочился. Придется, наверное, за Кощеем идти. Вот туда, в травку. Там щуканы сидят. Наверное. Да они, наверное, тут ошарашены все. Я тут с кастингом пришел. То мормышками их пугал, тут бац. Они просто там кругом стоят вокруг и прикалываются. Смотри, типа спиннингист, блин. Ну-ка попробуем, что у нас с мормышингом.
О, кто-то стукнул. Это щук, конечно. Кто же еще, да? Щук. Больше некому. Подлый шурагайка. Силиконку не хочет, а клюет на мотыля Беркли. Сейчас еще мормышку сожрет. Конечно. Нет, не сажала. Сорвалась. Ух ты, щука ушла. Блин. Непруха. Еще один шнурок. Вот этот гад мормышку срезал. Ладно. Сейчас что-нибудь будем думать. А я мормышки-то, по-моему, дома оставил. Не хочет рыбу клевать. Ладно, поеду домой. Всем пока.